Кинематографический ликбез. В Иванове состоялся уникальный мастер-класс по драматургии для школьников, интересующихся кинопроизводством. Здесь сегодня происходит мастер-класс по драматургии. Ребят учат создавать сюжеты, ребят разделили на бригады, на съемочные бригады, а в съемочных бригадах разделили еще на подгруппы – креативную, административную и техническую. Павел Анатольевич Морозов, он у нас выпускник в ГИКа, я заканчивала курсы школы Александра Митты. Мы с ним знакомы дистанционно в медиа-среде, он является партнером форума «Бумеранг», на который у нас традиционный ежегодно выезжают ребята уже более 10 лет. В зале больше сотни слушателей, но тишину нарушает только голос лектора. Для многих из ребят возможность уникальная. Дима преодолел сотню километров, приехал из Кинешмы. Информация действительно актуальна, интересна, и, скорее всего, буду пользоваться ей в будущем, поскольку хочу в будущем стать радио-телеведущим, и это прям действительно очень полезная информация для такой профессии. Теоретический курс продлится в течение 2 дней, а уже в воскресенье ребятам предстоит показать на деле все, чему научились. Именно на этот день назначены съемки. Для создания кино ребятам предоставили самое современное и совсем не дешевое оборудование. Естественно, такой шанс создать качественный фильм для портфолио упускать не хочет никто. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.